На улице прохладно и сыро, но техника и работники Меликесского лесничества уже в боевой готовности. Сложная ситуация с лесными пожарами в стране заставила ввести как можно раньше особый противопожарный режим. Чаще всего лесные пожары происходят по вине человека, поэтому заезд леса сейчас запрещен, как и разведение костров. На должностных лиц от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц до 500 тысяч штраф налагается, если вина доказана при разжигании, в общем, костров. Штраф для простых граждан до 5000 рублей. По словам Александра Никитина, уже один административный протокол составлен на мужчину за костер в лесу. Нарушители выявляют в ходе рейдов. Помимо запретов и штрафов, предпринимаются другие меры для предотвращения лесных пожаров. Основной способ борьбы – это опашка. В Меликесском лесничестве помимо пожарных машин есть и тракторы. Опахали все населенные пункты уже, чтобы со стороны полей, там, лесных участков на населенный пункт огонь не пришел. Также внутри леса наиболее подвержены лесным пожарам, лесные участки опаханы. В основном пожарам подвержен сосновый, а не лиственный лес. Хвоя горит очень быстро. Кстати, опашку произвели даже в городе, например, вокруг больничного городка в районе Лесной Горки. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Наше время.